В Балашихе состоялось совещание с участием областного министерства ЖКХ, региональной ассоциации председателей советов многоквартирных домов и межпроектной рабочей группы партии «Единая Россия». Тема обсуждения – это реализация проектов «Городская среда» и «Управдом». Кроме того, на совещании стартовало голосование за включение подмосковных дворов в программу благоустройства. Оно было запущено путем нажатия виртуальной кнопки. Главными спикерами на совещании выступили Евгений Храмушин, Сергей Юров, Игорь Каханный и Елена Андреева. За 10 дней жители Подмосковья выберут дворы, которые войдут в программу благоустройства на 2018 год. Каждый житель может принять в нем участие. И желательно, чтобы приняли как можно больше людей участие, чтобы был выбор справедливый. Проголосовать можно на портале «Добродел». Добавим, по окончании голосования в течение 2 дней будут обработаны все голоса. 1 ноября должна быть утверждена программа благоустройства дворов на 2018 год. Мария Лапчева, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапчева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.